Приветствую всех на канале. Глянем, что у нас по ссылке. По рассылке у нас микросхемы, похожие на транзисторы. Но это не транзисторы, это полномасштабные микросхемы для АМ радиоприемников МК-484. Причем их можно использовать и в качестве усилителей промежуточной частоты супергетеродинах. То есть тоже подойдут, потому что они хорошо усиливают на промежуточной частоте, но для, конечно, для FM-диапазона не подойдут в качестве промежуточной частоты усилителя, но для АМ и для коротких волн они вполне подходят. Давайте испытаем, проверим, потому что очень многое в последнее время приходит брак из Китая. Поэтому особенно микросхемы разные. Раньше только силовые микросхемы шли браком. Сейчас практически все микросхемы могут быть бракованы. Бывшим его употреблением, какой-то отсорт, мусор какой-то. Распиновка здесь довольно-таки простая. Первый вывод – это у нас ground, земля. Второй вывод – это вход. И третий выход. И все. Схема довольно-таки простая. Состоит из двух чипов. NS8002 используется для усилителя низкой частоты. Звук снимается с потенциометра номиналом 10 кОм. А микросхема МК-484 отвечает за усиление с колебательного контура и детектирование высокочастотного сигнала. Для тестирования я решил использовать тестовую плату, которую собрал в свое время для тестирования другой микросхемы TA-7642. Нигде я не нашел, но мне кажется, что эти микросхемы абсолютно совместимы, то есть взаимозаменяемые МК-484 и TA-7642. Значит, проверим. Если так, то схема заработает. Если нет, то не заработает. Здесь у нас плата, собственно, схемы собрана. Здесь у нас передатчик, потому что у нас в регионе нету АМП-радиостанции и MP3-плеер для подачи звукового сигнала. Ну что ж, давайте включать. Все, заработало. Здесь динамик, он на припое, потому что звук улучшается качество за счет вот припоя. Так, здесь у нас питание от батареек 3 вольта. Это у нас вот микросхема так прикреплена. Значит, черный это у нас ground, земля, значит. In это у нас вход, out это у нас красный, он выход. Вот, вот так можно быстро менять другие микросхемы поставить и все их перепроверить. Вот, ну так все работает, как видите. Вот. Музыку надо менять, потому что YouTube, он все время за использование чужой музыки банит. Проверил все микросхемы, все 5, которые в комплекте шли, все рабочие, одинаково рабочие. Так что очень доволен тестером, то есть теперь я спокойно сплю, значит микросхемы все рабочие. Спасибо всем за внимание, подписываемся на канал, будет много интересного. Пока!